Делаем. Раз, 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 раз. Ушлись, а? Ну давайте под ритм, под ритм. Что, без музыки? Давайте, поехали. Раз, 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 раз. Отлично, поехали. Раз. Юрий, живи, давайте в ритме. Раз, 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 раз. Он вас зарежет, если вы хлопать не будете. Давайте быстрее. Раз, 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 раз. Что такое с музыкой? О, пари выйди дальше. Тут пари выйди дальше. Я иди сюда. Живи, живи, живи. Все, все, все. Это он себе тогда? Это шарик вот, вот. Сливошку. А где парень покидает? Где наш ритм? И раз, 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 раз.
все, уже... Ну что ж, друзья, аплодисменты ваши воспитанникам первого ДЮСШ по УШУ. Я надеюсь, вам было интересно? Да. Всем было интересно? Ну что ж, до официальной церемонии открытия у нас с вами есть еще минут 10, которую, я надеюсь, мы проведем с пользой. Во-первых, я надеюсь, что все знают, сегодня день физкультуры и спорта. Нет? Уже знаете, я думаю. Кто занимается физкультурой и спортом, поднимите руку. Все? Остальные бегают как? Первый раз сегодня? Друзья, давайте все подтягивайтесь к сцене. Ну все, уже и УШУ. Не-не-не-не-не. Ну, я имею в виду всех. И Шаолинь. Друзья, моряки наши, кстати, обратите внимание на красивых... И Бушидо перебрались к нам. В форме это ученики училища имени Маринеско. Я думаю, можно похлопать, они сегодня... Боевой гопак. Мы придумали, самбо тоже наша. Людей, которые будут бегать вместе. Что там у них еще осталось? Что я хочу вам рассказать. В первую очередь, я думаю, что все знают, что бежать мы будем по Потемкинской лестнице. А кто-то знает, почему она называется Потемкинская? Потому что это хороший ответ, да. Еще варианты? Никто не знает, да? Знает, знает, знает. О, вот, 292, ваш вариант. Граф Потемкин Таврический. Не совсем так, не совсем так, не граф Потемкин Таврический. Это была хорошая попытка, но на самом деле, я думаю, все знают фильм «Броненосец Потемкин», который снимался в Одессе. Кто не знает, обязательно посмотрите его, фильм еще довоенный. И вот как раз, собственно говоря, финальная сцена этого фильма. Моряки бежали вверх по нашей бульварной лестнице, которая называлась до этого, и после, собственно говоря, начали ее величать Потемкинской. Длина ее раньше была 205 ступенек, я надеюсь, это тоже все знают. Сегодня осталось всего лишь 192, поэтому бежать вам практически на 13 ступенек меньше. Всего же это порядка 180 метров. 180 метров вверх – это немало, поэтому ребята помладше будут бежать только половину дистанции, а постарше будут бежать всю длину. Рекорд наших соревнований официальный – это 22,5 секунды. Поэтому я надеюсь, что сегодня в честь 10-го юбилейного забега эти 22,5 секунды превратятся, может быть, в 22,4, а может быть, даже в 22, и мы установим новый рекорд в честь... нашего праздника. В прошлом году у нас тоже был большой забег. В прошлом году, кстати, пробежали за 25,2 пробежали мальчики самые быстрые, девочки 32,5. Поэтому я думаю, что цифры есть, озвучены, и вы уже знаете, к чему стремиться. Собственно говоря, я думаю, что мы готовы начинать уже официальную нашу церемонию. Нет? Так, у нас кто-то хочет потанцевать, я слышал. Кто же? Есть желающие потанцевать, потому что чуть-чуть мы еще ждем. Лосунка у нас будет танцевать, друзья. Итак, я, кстати, пользуясь случаем, собственно говоря, объявлю имена наших спонсоров, без которых это все не могло состояться. В первую очередь это Академия спорта, спортивный комплекс, Академия спорта, наука достижений. Вкуснейшее мороженое, призы и подарки для нас приготовила сегодня торговая марка «Лосунка». Кроме того, наш информационный партнер – это группа радиостанций «Просто радио». Я думаю, что все слышали рекламу нашего пробега на волне 105.3. Кроме того, призы и подарки для нас сегодня приготовила торговая марка «Таврия В». Подарков сегодня будет много. Еще одни призы и подарки – Центр физического здоровья населения «Спорт для всех» в лице директора Аллы Васильевны Куликовской. А самое главное сегодня мое объявление для тех, кто будет бежать. Значит, поступила ориентировка, что среди нас будет фотограф с бородой и в оранжевой футболке с логотипом «Цитрус». Так вот этому фотографу, а он не в оранжевой футболке, он просто с бородой. Вот, посмотрите, он поднимает руку. Ему нужно позировать, улыбаться, делать классные всякие там позы, потому что именно «Цитрус» разыграет в течение следующей недели в своих социальных сетях
Фитнес-трекер — это специальный браслет, который меряет ваш пульс, сколько вы должны спать, сколько вы прошли шагов. Поэтому, если вы себе классную штуку такую хотите, вы ему поделаете. Вот, а сейчас музыка, я думаю, мы немножко потанцуем, потому что электричество к нам подходит, и наша...